Yeah. Заперто. Что происходит? Я пытаюсь спасти этого заложника и не погибнуть сам. Окей, будь осторожен, Маклейн. Я некоторое время не буду говорить. Не хочу выдавать твое местонахождение. Это Маклейн. Убейте его. Убейте их обоих. Ты кто? Меня зовут Маклейн. Я полицейский. Вы не представляете, как я рад вас видеть. После того, что они сделали с Джо, я уже думал, что мне конец. Мое имя Озу. Я президент компании Накатоми. Они хотели, чтобы я включил аварийный источник энергии. Кажется, они не заметили эту дверь в темноте. Они хотят снова включить аварийную мощность. Скажите мне, куда они собираются идти? The sub-basement next to the phone room. That's the building's main power room. The power backup is handled through there. They won't be able to get the main power back online if it's been shut down by the power company, but they can reset the breakers for the backup. Чтобы попасть в энергетический узел, надо спуститься вниз и потом найти вход в спецпомещение. И все это без света. Даже если основной источник энергии отключен, система вентиляции и другие элементы всей системы будут продолжать работать благодаря своим аварийным системам. Убивай меня. Он здесь. Заперто. Заперто! Черт, заперто! 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 Черт, заперто! Он здесь! Умри. Черт, заперто. Черт, заперто. Заперто!
он здесь, он здесь. Они здесь. Заперто! Помогите! Заперто! Он здесь! Он здесь. Посмотри там! Заперто! 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 Черт, заперто! 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 Черт, заперто. Заперто. Здесь.
Черт! Пауэлл, это ловушка. Когда вертолет приземлится на крышу, все взорвется. Они оба профи, но это личное. Джон? Джон! Ты убил моих близких. За это ты умрешь сам. Черт, заперто!